В университете Ада состоялось первое заседание иностранных выпускников азербайджанских вузов. Оно прошло в рамках завершившегося сегодня 6-го Бакинского международного гуманитарного форума. В мероприятии приняли участие видные политические и общественные деятели, а также представители десятков стран, в разные годы получивших высшее образование в Азербайджане. Тема заседания – инвестиции в будущее к устойчивому и инклюзивному развитию. Открывая мероприятие, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев зачитал обращение главы государства Ильхама Алиева к участникам встречи. Как было отмечено в послании, иностранные выпускники азербайджанских вузов сегодня создают духовные мосты между странами. В рамках заседания была презентована Международная ассоциация иностранных выпускников Азербайджана. Мы начали сначала первично собирать по крупицам тех людей, тех выпускников, которые проучились в Баку, начиная с 63-го года, когда Баку был закрытый город для иностранцев. А в 63-м году его открыли для того, чтобы люди из тогда социалистического лагеря приезжали и учились в Азербайджане. И на сегодняшний день мы поняли, что такое количество людей, больше 15 тысяч, более 90 стран. Я скажу более того, что эти люди, которые проучились и вернулись обратно на родину, на удивление, они практически учились во всех вузах Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Они продолжают держать в сердце частичку того, что они получили в Азербайджане. Всего в заседании приняло участие более 60 выпускников азербайджанских вузов из 25 стран мира. О годах студенчества они вспоминают с особой теплотой. В некоторых странах даже действуют свои местные организации, объединяющие тех, кто в разные годы получал образование в Азербайджане. Конечно, годы обучения в Азербайджане – это важная часть моей жизни. Я провел здесь 9 лет и защитил здесь кандидатскую диссертацию. Мне кажется, что создание ассоциации иностранных выпускников Азербайджана – это очень важно. У нас в Вьетнаме уже много лет действует организация, которая объединяет тех, кто окончил азербайджанские вузы. Сейчас работаю в Ливане при государстве и одновременно профессором университета. Благодаря Азербайджану и Азербайджанскому институту, азербайджанским преподавателям, я уже работаю в Ливане на крупным проектом по водоснабжению и канализации, которые дают страну много чего, и при министерстве, и мне дал очень важные работы и увеличительство в стране. И все это благодаря то, что вы, преподаватели Азербайджана, мне отдали для этого. Я оцениваю свое образование и свою студенческую жизнь на 5 с плюсом. К сожалению, я не всегда получала сама такие оценки, но все, что мы получили и то, как все это происходило, дало очень многое в жизни. И дальнейшая работа после Азии, и сам Азии, и студенческая жизнь, которая включала в себя не только учебу, но, например, студенческий театр и музыкальные коллективы. Все вместе. Все вместе это сформировало наш характер, нашу молодость и нашу сущность. В рамках заседания прошли обсуждения таких тем, как роль культурного разнообразия в современном обществе, энергетика в основе устойчивого и инклюзивного развития, а также формирование человеческого потенциала. Лейла Курбанова, Рашат Агамалиев, CBC.